уважаемые представители правительства, уважаемые депутаты, уважаемые послы, уважаемые члены клуба, дамы и господа. С вашего позволения хочу поприветствовать вас всех на третьем международном Caspian Energy форуме. Сегодняшний форум происходит на фоне интересных и очень сложных процессов, которые происходят в нашем регионе, потому что все страны региона переживают кризисный период, и во время этого кризиса рекомендации и взгляды государственных представителей правительства интересны для нас, представители государства интересны для нас. Мы сегодня постарались использовать максимально наши возможности для того, чтобы создать общение между правительством, между государством и бизнесом. Вы знаете, что почетный председатель клуба, господин президент Ильхам Алиев, должен был присутствовать на данном мероприятии, но с его стороны было принято решение, что он примет участие в следующем году в связи с выпуском сотого номера нашего журнала и в честь юбилея. Сегодня в наших выступлениях я бы просил всех поднимать вопросы и также задавать вопросы, которые интересны для бизнеса, для предпринимателей, потому что наши спикеры, наряду со своими выступлениями и докладами, также хотят выслушать ваши вопросы. Подобные форумы будут проводиться в 50 странах мира, но вы знаете, что первый форум был проведен именно в Баку. Я уверен, что сегодняшний форум также будет успешным. Благодарю вас за участие. И прошу вас обратить внимание, что имеется оборудование для синхронного перевода. Вы можете слушать наши выступления на азербайджанском, русском или английском языках. Форум состоит из трех частей. Председатель первой сессии, вице-спикер парламента Азербайджанской республики господин Валих Алискеров. Председатель второй серии, первый вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджанской республики профессор Хошбехт Юсифзаде, а третий сектор, который посвящен не нефтяному, нефтяной индустрии, председатель комиссии парламента по экономической политике профессор Зиад Самедзаде. Желаю удачи вам всем и благодарю вас за внимание.